Я только одно скажу, как бы это не пафосно звучало, пафосно, но я здесь бываю, и вот сейчас выхожу со слезами на глазах. Я это не вру, потому что вот такое состояние, что ты не зря жил, ты, вот я про себя говорю, вот они, это громадины, громадное количество людей, детей бывших, сегодняшних, которые, ну просто, ну, не знаю, все остальное слова, все остальное большая работа, да, ну, я, молодцы, другого слова нет.